Я, да, я за борьбу с пиратством, потому что я считаю, если человек произвел продукт, то он должен получать дивиденды от своего продукта. И я считаю, что правильные все эти запреты на разных сайтах по скачиванию фильмов и так далее. Каждый автор должен, конечно, получать деньги. Как и мы, актеры, которые, если мы где-то снимаемся, да, конечно, мы получаем свой гонорар. Но потом повтор наших происходит фильмов, сериалов. И мы тоже должны получать от этого проценты, как получают артисты всего мира. Только в России такого нет.